Иван Гончаров – писатель, который исколесил всю Россию и проплыл весь земной шар. Его творчество объединяет разные народы и возраста. Всероссийский конкурс творческих работ «Мой Гончаров. Моя Россия» тоже ставит цель объединения жителей нашей необъятной страны. В этом году свои работы прислали почти 200 участников из 26 регионов России. И когда мы задумывали этот конкурс, то в основу легла мысль о том, что надо узнать, как относятся и воспринимают творчество Ивана Александровича Гончарова в тех местах, где он побывал. А зимой 1855 года Гончаров совершил путешествие через всю страну. От Тихого океана до Балтийского моря. Возрастной диапазон участников конкурса большой – от 12 лет и до 80+. Взрослые наравне с детьми на суд экспертного жюри представили свои работы. Организаторы отмечают, что именно молодежь может посмотреть под другим углом на творчество Ивана Гончарова. Эссе выпускницы Тетюшской средней школы Аксинии Адигановой покорило всех. Девушка в течение года собирала информацию для небольшого текста и мастерски объединила изобразительное и литературное искусство. А за свою работу Аксинья заслуженно получила первое место. Я писала эссе «Величественные пейзажи Волги». Я изучила в своем эссе творчество Пузыревского и связала литературу и искусство в творчестве Пузыревского и Гончарова. Пузыревский был большим фанатом творчества Ивана Александровича Гончарова. Другие участники тоже проявили креатив. Варвара Ильина из Костромской области устроила настоящую зарядку для зрителей. На слове «Захар» все должны были потянуться. Учащаяся Мариинской гимназии Кира Новикова сделала мультфильм о пребывании Пушкина в Симбирске. Светлана Карпухина, Управда ТВ.